Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Васа Петля. Чего ему? Васа Петля. Вот. Черт возьми, ты что творишь, тут? Ничего, сержант. Что-что? А? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант. Эй, а ты не лезь! Эй, стой! Мечисон! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказа заложить взрывчатку на мосту в Римагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что так же опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлз, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Сделаем. Привет тебе. Я Коперник. Это игра под названием Call of Duty World War II. Станем героями, между прочим, а? Посмотрим. Шаг ближе к Рейну. Мы дышим Адольфу в спину. Надо только остановить те грузовики. Стой, зачем ты дышишь Адольфу в спину? Скажи мне, пожалуйста. Огнемет такой проверил, беспалевый. Следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. Могу я винтовку эту взять? Она сейчас... А, твоя. Понятненько. Сюда, так. Тут прекрасный обзор. Хорошо, хорошо. Них чизен. Бар? Что за бар винтовка? Типа бара. Винтовка барата, я не знаю, барата. Или это полуавтомат? Бомбы привязаны, ждем сигнала Пирса. Винтовка похожа на пневматику, с которой я в детстве ходил в тир стрелять. Погоди, пусть выйдет на позицию. Зачем? Ждет большой сюрприз. Опаньки. Хуя. Красотища. О! Ты видел ее? Этот грузовик только что порхнул назад, как. Как сраная. Реально, ты видел это? Он стоял здесь, такой хуяк, и все. Раз, раз, сюда. Куда мне тебя тащить, скажи мне, пожалуйста. За машины сюда. Куда тебя вытащить? А, все понял. Держись, дружище! Я в порядке, спасибо! Понял, понял, то есть раненого тащить к другой херне такой. Так, огнемет. Не нужен. Это что такое? Карабин. Автомат. А что вот это такое? Что это за пуколка сраная? Я так и не понимаю. Посмотрим. Да. Слушай, ну неплохо, неплохо стрелять тем временем, кстати.
Хоть и 20 патронов всего. Так. Нужна помощь. Плиз. Ой. Так. Наши сочи. Наши. Хера он бессмертный, глянь, а. Ничего не видно. Ты хорош, блядь. 15 лет в Counter-Strike играю. Да ладно тебе, каски ссаные понапокупали. Читаки вафлёные. Хрена у него. Лицо стальное. Какое-то. Блядь, я забыл. Он хороший ствол. О, это сейчас машина бомбанет. Машина изображает пердак школьника. А это свои? Аэла, готовься выдвигаться. Ой. Говард, зачистите дорогу. Да, сэр. Что такое, что такое? Опаньки. Карабин не интересует. Ууу! Ничего так. Какой-то вещмешок. Это что такое? Мне в машину, окей, окей. Не вопрос. Я только за, наконец-то не за рулем, ни в каком-то очке. Просто еду тихо, верно. Мы въедем в ворота в 3 часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Очкуешь? Едем. С глушителем я забыл. Так, и что у меня еще есть? Винтовка снайперская. Оу, да, детка. М1903. Это у нас американская. О, нет, не американская. Peugeot М1903. Это английская винтовка. Не вопрос. Куда? Куда? Я просрал все. Сюда? Откуда? А вот отсюда кричали. Да-да-да. Около главных ворот 2 высоких точки. Угу. Надо туда попасть. Угу. Ты куда? А вот он ты. Гусман, Гусман. Не очкуй, солдат ребенка, блядь, не обидит. Прикольно, у меня патрон не потратился. Смотри. Серьезно? А так потратился. Прикольно, прикольно, у меня патроны винтовки. Бесконечно какие-то, ну ладно. Если не хочешь спалиться, используй пистолет с глушителем. Я сейчас спалюсь тут, блядь. Вьюга вьюжит-то. Посмотри, какая. Реально, посмотри, какая вьюга. У-у-у. Так, что тут у нас? Фашистская символика. Явная нелюбовь к евреям. Надо найти способ проникнуть на базу. Гусман, тебе лучше не идти. У тебя фамилия не очень. Немцев она обрадует, но тебя нет. Тише, кругом крауты. Так, то есть, типа, здесь можно пройти вот таким макаром, а можно пройти в тырдочку. Попробуем пойти в тырдочку. Опа. Чудесный запах. Та-та-та-ра-та, букашки мы... Добрались, осталось только найти хорошую позицию у ворот. Ниндзя-черепашки, Turtles. Я что-то нашел. Это просто тень. Чувак, нас... Ёбаный Гусман! Какого...
Тёртлс. Ты ебучий ты слон. Ты уже поздняк метаться. Подожди ты. Ты так нечестно, ку-ку! Это, сука, вообще нечестно. Все, вы меня вынуждаете. Добрались. Псы вонючие. Найти хорошую позицию у ворот. Чу. Не пугай. Не дай бог, что они опять будут бесконечны. Это будет уныло. Крайне. Ох ты ж, ты ж. Сидим. Курим. Сидим, курим. Полетела граната! Попробуем таким, так вот, напором пройти. Ты еб... Ты... Не шутит, чувак, глянь-ка, а? Ну-ка. Есть то? Все счастливы, все довольны. Честно, если наверх разобраться, я что-нибудь увижу там интересное. Нет, скорее всего, да просто не забраться. Тихо. Слышал, там кто-то лает. Кто такой лает? За попу не кусают. Правильно, фашист. Чё, кто? Что ты там сказал? Команда к размножению? Вонючие букашки, словно ниндзя черепашки. Тёртл пауэр. Угу. Пойду-ка покурю. Ёб тудей. Вот это я понимаю, косит, да? Ну ты хорошая идея. Так, Гусман. Там, блядь, стреляешь. Вижу. Есть контакт. Аптечка раз. Аптечка два. Патроны. Я даже не увидел, кто меня убил. Ты хочешь сказать, что само... Начало. Добрались. Осталось только найти хорошую позицию у ворот. Чуваки, вы же в курсе, да? Вы же в курсе, что вам всем придет? Жо. Пау. Нет, чуваки, ну я тут чисто ради принципа пройдусь эту вещь нахрапом. Только вот потому, что так не положено. Бум. Да как? Ссаные фрицы приманили меня аптечкой, а сами расстреляли. Где граната? Я не вижу.
Ему фальшивку кинул. Фальш-гранату, чтобы посеять панику в рядах врага. Раз. Бум. Кто еще хочет отведать казенного свинца, а? А? Признавайтесь, псы. Вон он. Бунч. Кстати, на выдохе на самом деле не намного меньше трепыхается винтовка. Бунч. Ну это серьезно. То есть, как бы я проверял. И время не замедляется. Вот тут это точно правда. Но если бы это так работало, было бы прикольно. Так, выдох. Так. И время остановилось. Было бы круто. Так, карабин я брать не буду. Он не самозарядный. Да подожди ты. Патронов бы чутка. Аптечечку. Так. Карабин. Придется брать карабин. Не хотелось, но... Что ж поделать, что ж поделать. Оу! Откуда это крик? Не понял. Чудные какие-то технологии стелс, мне кажется. Особо редкие. Свой-то. Вот она. Бунч. Оу. Чё они там затанцули? Сегодня праздник. У девчат сегодня будут танцы. О, лечи меня, лечи. СВТ-40 хочу. Намного веселее, чем карабин. Патронов на нее в разы больше. Хотя карабин тоже неплох. Хера себе он. Мадион. Не хочу я по стелсу проходить. Стелс это для унылых человеков. Поэтому и Hitman мне серии игр не нравится. Нет. Не сомневаюсь, что игра великолепная. Но мне такой стиль игры не нравится. Где-то там пес. По ногам. Лежать, я сказал. Читер ссаный. Мне показалось, что аптечка это просто хероборок это валяется. Прекрасно. Так. Тихо. Давай. Гусман, не надо сквозь меня проходить. Тихо. И это не аптечка. Так, главное, чтобы эти псы вонючие меня не обошли сзади где-нибудь.
Куда мне вообще надо идти? Наблюдательный пункт. Так. О, сука, ты меня напугал. Тут он гавкает у нас. Такой гав-гав. Кто там, блядь, лает? Ой, ой, споткнулся. Осторожней по гололеду, блядь. Опа, опа. Шикарно. Так. Саны. Ты иди, ты. Ты. О. Каски у них тут летают, так и в цирке, конечно. Конечно! Сука, откуда, блядь? Бляха-муха. Вот вы там, блядь, даете. Ребята. По-любому, если бы его поставился, были бы точки сохранения, а так нет. Не хочешь играть как гомосек? Без точки сохранения играй. Такая логика у разработчиков. Ну, ладно, ладно. Где наша, блядь, не пропадала? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где ты, пес? Где ты, пес? Блядь, да хорош тебе! Я, сука, с ружьеца своего не могу так прицелиться, как он с автомата выцеливает меня. Так вот, блядь, и воюем. Че? Пёс, блядь. Давай, Гусман, сидеть, ждать. Чё ж поделать? Пока тебе аптечку... Пока ты мне аптечку не соизволь ждать. Да? Сидим, ждем. Каким местом ты кричал только что, Очень надеюсь, что выяснит. Чё это? Чё такое? Ты посмотри на... Ёбаный шкарёбаный, ты посмотри... Чё это такое? Почему у меня винтовка вырезанная? В скале какая-то. Отлично. Так, открытый прицел. А! О, сука, ты меня опять напугал. Гусман, ну хорош. Хорош, чертыняга. Что-то еще есть. Карты какие-то. Непонятные, невнятные, интересные. Так, что дальше? Здесь надо с прицелом, потому... Ты эти пидоры! Ты, сука, смеешься? Да ты, сука, прикалываешься! Хотя бы засейвить. Спасибо! Собака. Собака, 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 барабака. Ты где? О! Собака-убийца. Пых. Пых-пах. Чирык-чирык. Чих. Гусман, стой, у тебя на воротнике кто-то сидит. Там у тебя каска сальтуху сделала. Все? Все довольны. Сука. Ёбаный шкаребаный, давай. О, тя-тя-тя, маслина, маслина прилетела. Осторожней там. Угу. Да что за лаги, откуда фрезы какие-то...
Что за говно? А почему там тень пиксельная, блин? Тихо. Сидеть. Оп, по ногам. Давай, давай, давай. В пяточку. Как Ахиллеса прямо. Так. Кто там еще? Кто еще хочет царской плоти отведать? Хуясь ты лупишь. Как из пулемета какого-то. Так. Есть кто? По идее, никого. Гусман, ёбаный ты шкалопёс! Все загородил. Все загородил. Стоит. Так, собаки. Собаки. Давай. Ты у нас любитель. А собака испугалась, сама убежала. Правильно. Ничего. Надо продвигаться к возвышению! Бынь. Собака там... Что такое? А, замок такой? Так. Что, собаки испугался? Дурак, что ли? Ну, там бегать никого не трогает. Такие шоты. Оп! Тихо. Пым, 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 пым. Мать моя женщина, вас там, ребята. Вас не кажется, что вас там с избытком, с легким? Тихо. Ты меня ждала, сучка крашеная. Опа. Оп, 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 оп. Ну? Это жесть, даже на моем мониторе этих пару сраных пикселей выцеливать, это вообще пот. Так эти фашисты меня выцеливают. Это серьезно, это какая-то повышенная, очкораздирающая сложность. Собака. Реально тут уже пиксели сливаются. Вали ее! Охеренно. Ну, да, видимо, здесь можно либо таким либо путем, либо таким, либо если стрелять любишь, то тебе разорвут очко и без сохранений. Если любишь шкериться как пес, то будешь с сохранениями, и очко тебе никто раздирать не будет. Зачем ты за мной бегаешь? Держи позицию. Как можно приказать этому товарищу? Оп. Каска давит, ёпта, умный слишком. Хуя, ты еще скажешь, что оттуда сейчас будешь по мне стрелять. Так, так. Вторая собака? А, вижу. Да ты прикалываешься. Сука. Блять. Сука, ебучие гранаты. Гусман, прости. Я не хотел. Я забыл.
Прикол в том, что здесь на F поднимать гранату, ну если ты на ссаный, точнее патроны подбирать, но если ты на ссаный, блядь, миллиметр ошибаешься, ты кидаешь под ноги себе гранату. Это заебись. Это вообще топчик, блядь. Сколько людей умерло от такого говна? Так, кто? Есть желающие отхватить царского свинца, блядь. Давай, накры... То есть, даже так могу, да? Ну, не жил... Блядь, да откуда, сука, откуда, блядь, откуда? Нету тут места, откуда по мне могут попадать. Ёбаный Гусман, давай патроны свои, аптечки. Что там у тебя есть? Все, что у тебя есть, давай. Все, что есть, все давай. Как же вы меня утомили, товарищи фрицы. И теперь, типа, я вот каждый так миллиметр должен шерстить. Ждем, стоим. Куда ты стреляешь? Тихо. Сейчас один на один нас. Бух! Ха-ха! А то. Так. То есть от количества убитых мной немцев нам Гусман спавнит аптечку. Понятно. Я думал, по времени, типа, ожидаешь. Нет, он, видимо, как-то души мертвых фрицев, что ли, собирает, я не знаю. Как все это взаимосвязано, ну, блядь, как-то. Надо занять высокую точку! Пять орут. А то ты орешь, Гус. Гус. Ну, с патронами все шикарно. Поэтому что делаем? Правильно. Вот с аптечками не все шикарно, конечно, да. Могло бы быть и получше. Там будет хорошая позиция. Сука! Кто тебя там заспавнил? Что за пидорас? С одного выстрела почти всю жизнь снял. А, ты типа немецкий снайпер? Поэтому ты у нас отнимаешь столько жизни с одного выстрела. Быстрее, лезем на здание с радаром и прикрываем. Карабин. Ага. Кто ж тебе бедного-то, блядь, за бочки снайпера посадил? Показали мне этого негодяя. Еще стоим, кого ждем? Так. Опа. Так, мне нужно туда наверх. Что здесь такое? Покажи-ка. Вино и табак. Прикольно. Прикольно. Мило. Ну, в принципе, а что нужно еще? Для хорошего отдыха вино, табак. Сучки есть. Сучки есть. Бегают. Что-то такое за... Только не говори, что сейчас меня кто-нибудь в очко какой-нибудь фриц паршивый пристрелит. Справа Пирсон прорывается через ворот. Угу. Карабин все. Так, да? Каком мне сейчас... Что мне сейчас в задании-то? Прикрывать Пирсона. Где Пирсон? Я не знаю, свои, чужие. Да похеру. Умирают. Главное, умирают. Бум. Двое сразу. Ха-ха. ТТ, да? Вот это я молодец. Ну-ка, карабин оптика X6. А это свои, да? Да не убивает эта оптика X6 с одного выстрела.
А карабин я имею в виду. Ты, блядь, серьезно? На машинах разъезжает офицер. И два чувака с гранатометами. Вот это я, блядь, понимаю. Вот это я понимаю, цирк ебаный. Вот это я, блядь, понимаю. Что ты там дрочишь, ты? Связист или анонист? А. У него пулемет в воздухе залагал. Ты серьезно? Так, отлично, отступают. Вроде как. Так, Гусман! Аптечку давай. Аптечку! Куда ты схип... Сучий грязь. Давай аптечку мне. Аптечку давай, сука! И прикрывали его. Сюда! Сука, вместе с гранатой твоя ебучая аптечка прилетела. Спасибо. Просто охеренно. Это Гусман свой. Ну, по щечу получил. Ладно, хер с ним. Кто там у нас? Пиу. Аж все дело. Опа. Это какая-то игра в Макс Пейн уже реально получается потихонечку. Вот так. Тихо-т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 ихо
Типа нужен сержант Скитлс. Хотя это Стайлс. Дай-ка. Маслину слови туда. Раз. Маслину два. Хорошо. Все хорошо. Так, тихо. Да не спугни ты. Ёбаный. Ёб твой у вас там, ребята. Бум. О! Осторожней! Будь осторожней! Не говори, что все заново. Не, нормально, нормально. Вроде как. Так. Да сука, тебе там немец за очко лапал, блядь. Какого... Что у вас там за игрища? Скажи мне, пожалуйста. Ну, правильно, лучше пусть и немец убьет. Защупает за жопу до смерти. Это винтовка прикольная, наверное. Что за винтовка такая? А? Ты иди отсюда. Бедные немцы, блять, в летней форме бегают. Ох, не завидую им. Ох, не завидую. Так, патроны. Да, для тех, кто не знает, это не автомат Калашникова. Ни в коем разе, это Стук 44. Немецкий автомат. Какая-то фляга нашел какую-то. Маднючую. Нифига, у них тут, глянь, уютненько. Че такое? Тарелки разбитые, в стопочке лежат. Пивные кружки. Радиола. Утка бронзовая. Красота же. Аптечка вон висит. Дартс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть дротиков. Ёптель. Рисунок танка.
что еще? Ну, для грязного белья. Шкафандрики всякие. Прикольно же, мило, ёпт. Это, понимаю, уют, не то, что у нас, да? По колено в поносе. В каком-то воюешь. Так, это свой, да, был? М4А1, не хочу на нее менять. Винтовка говно. Проверено временем. А вот он ты. Это не ты? Сука, я думал, что фашист это. Получи маслину в окошко. Бум. Это пыль лагающая. Ну не, нормально. Мне нравится, игрушка хорошая. Самое главное, я думал, что она, знаешь, как вот... Там часов на 5, она больше. Больше. Хотя иногда бывает читерски. Читерски сложная. Пивную кружку вашу прострелил. Поняли, фашисты? Лампы какие-то неразбиваемые. Пизда, да. Немцев даже лампы не разбиваются. Оу. Тихо. Еще какой-то рисунок. Фашисты любят они фашистов. Они как неправильные мужики любят других мужиков у танки. Бум. Кто там? Где там пулеметчик? Кто там, блядь, строчит с утра и до ночи? О! В хатку бобра залетела грена. Глянь, книги взлетают. Нифига себе, красота. Да понимаю. Угу. Аптечка, но ее, к сожалению, не достать. Печально. Так, давай-ка мне сюда одну. Мне нужна аптечка. Блять, как ты их генерируешь? Скажи мне, пожалуйста. Прикрывать персонал. Блин, почему они колеса? А, тоже пинать могу. Отлично. Ого! Что-то жесть какая-то творится. Все немцы? Ну да. Вот это я понимаю, да? Куколка крупнокалиберная. Два выстрела, блядь. Труп нахуй. Чувак, извини. Жалко, что прицеливаться с ней не особо удобно. Но, блядь, с двух выстрелов чувака просто отлетает. Почему Пирсон отходит? Помогите, Даша, путешественница, найти причину отхода Пирсона, а? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. По мне чем-то крупнокалиберным зарядили. Так. Это фашисты же? Нет, свои. Так. Все. Здесь мы забрали буйню. Здесь сидит фашуга наш. Сидел. Ну а кто взрываться будет? О!
Пошли. Машины не будут взрываться, не? Видимо, нет. Печаль, беда. А, подожди, здесь пулемет бесконечный патрон. Ты серьезно? О-о-о-о-о! Ребята, вот только по своим бы не попадать. Ну ладно. Сейчас мы с этим вопрос решим. Я-то думал, там патроны конечные. Они, блядь, бесконечные. Еще и пулемет не перегревается. Да он, сука, читерский, блядь. Серьезно. Лысый, иди пописай. Эх. Не вопрос, ребята. Сейчас будет. Сейчас вам будет. Сейчас вам прилетит немножечко качественного. Так, это свои, да? Как сказать, немножко. Много качественного, хорошего. Вашего же немецко-фашистского свинца. Ну. Чуваки, да я, блядь, прикрываю вас, серьезно. Блядь, серьезно. А, это все-таки скрипт был, да? Как беременный медведь зарычал. Плохо дело. С евреями они не церемонятся. Спокойно, не дергайся. Ни хера себе. Гусмана увели, ёпта. Хуярь. Успели. Ты как? Что ты за ухо какое-то... А, то, что вначале он брелок взял. Надо атаковать последний грузовик. Нет, 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 ты никуда не пойдешь. Гусмана взяли. Задание это главное. Я его не трогаю. Нельзя терять грузовик. Так ты не теряй. В чем вопрос? Блять! Саны не фот. Не фоспит 40-х, получается, какой-то, да? Пшел вон! Пес плешивый. Ого! Нифига там все раз. Вот это понимаю. Физика, физика, здесь да. Заскриптованная, прикольная, но. А я вообще, в принципе, могу этот грузовик догнать или? Ну, пошел вон, пес. Че за фигня? Почему и грузовик быстрее, чем моя машина? Джип? Ну? Так подожди, че она не поддевается? Это вроде как... Это немцы на боку катаются тут. Я знаю, что порачит на... Нифига они своих там бодают. Оу! Ничего не вижу. О, отлично, отлично. О, тихо, тихо. Держись, черепашкой. Выраненные укрытия. Вот это красота. Засада. Засели нас, негодяи. Подставили. Это интерактивная игра какая-то, да? Доползи до люгера. Чувак, make peace not war, make love not war. Пум. Я же сказал make love not war. Откуда пуля-то прилетела? Все, я труп. Или типа регенюсь, я росомаха?
нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерти. А может, я окажу нам всем услугу? Закончу. Держат. Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Подолтай. Ты сделал все, что мог. Это плохая концовка или это не концовка? Я сейчас буду играть за зэка, типа, ну, очко свое прикрывать. Значит, часов спустя. Бадорб, Германия. Мне нужны рабочие отделения евреев. Отделить евреев. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Покажи мне евреев. Покажи мне чайник, блядь. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Mhm. Welche sind die Juden? Mhm. Fick Dirk. Zeig sie mir! Покажи. Очко себе покажи свое, блядь. Видишь, рабочую силу разбазаривает, ну не круто. Всех до дно, даже трупа. Ihr seid zum Arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Так у них же были какие-то свои определенные параметры, по которым можно было евреев вычислить. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Кассерине. На Кассерине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр. Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. Там шавуха на веревочках сушится. Прикольно, прикольно. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм.
в порядке, Рэд? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Рэд. Рэд. Вы настоящий герой. До конца? До конца. Ну да, ну да. Сны они меня комиссовали. Хуже того, Цусман в плену у Краутов. Но я надеюсь его вернуть. Хоть и получил билет домой. Думаю, на сегодня хватит. Так уже насмотрелись кинца. Спасибо за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Коперник. Все, ребят, всем пока. Мне пора. Все, пока-пока.